Клуб собаководства «Акбар» приступил к реализации своего проекта «Успех дружбы». Он призван научить правильно общаться с четвероногими друзьями. В рамках проекта волонтеры выкладывают познавательные ролики в социальных сетях и раз в месяц на улице раздают горожанам информационные буклеты и проводят беседы. Эти люди не знают вообще, как вести себя именно с собакой, как погладить собаку правильно, как пройти мимо собаки правильно, что делать, если собака к вам бежит, что делать, что нельзя ни в коем случае убегать. В общем, нужно просвещать, и мы будем это делать. Нюансов в общении с четвероногими друзьями много. Например, не все знают, как правильно знакомиться и гладить незнакомую собаку. Если она с хозяином, надо обязательно спросить, можно ли потрогать животное. Если собака гуляет сама по себе, лучше к ней не приближаться. В любом случае, нельзя сразу гладить собаку, надо дать ей понюхать свою ладонь. А потом уже мы тихонечко гладить. И гладить не по голове сверху, а именно снизу, по шее, по подбородку. Потому что сверху гладить тоже это идет признак того, что собака может укусить. То есть не всем это нравится, поэтому только снизу. И если с хозяином, обязательно спрашивать, что можно погладить или нет. В планах волонтеров после нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки проводить подобные беседы в садах и школах. Для этого активист Акбара готовит интерактивную программу с участием собак, чтобы дети могли на практике отработать навыки общения с животными. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.